Вы любите путешествовать, наслаждаться архитектурой, природой, знакомиться с укладом жизни и с жителями стран и городов. Вот есть люди, которые умеют совмещать сразу несколько увлечений, и мне кажется, это та самая формула успеха, в результате которой получаются шедевры. Автор этих произведений искусства Станислав Янчарский. Тяжело представить, но он увлекся фотографией всерьез всего 2,5 года назад. За это время он издал 2 большие фотокниги, да и в Гомель привез выставку из 200 своих работ. Посетители могут отправиться в путешествие сразу по 25 странам мира. От жаркой Аргентины к холодной горной Исландии, от азиатского Вьетнама к европейской Италии. За свою жизнь Станиславу Тадеушевичу посчастливилось побывать в 45 странах мира. В последнее время выбор направления для путешествия определяется местом проведения фототуров. Большой популярностью у фотографов и видеографов пользуется древний обряд воджения и похования стрелы, который сохранился до наших дней в нескольких деревнях Посожья. Смысл обряда – отвести от деревни несчастье. Стрела – это молния, и именно ее женщины просят обойти их село. Год от года интерес к уникальному белорусскому обряду не падает. Большая часть участников – приезжие. Гостей на этой неделе принимал также и областной центр. В библиотеке Ленина прошел День Швеции. Турнир «Что, где, когда», посвященный королевству, мастер-классы, мюзикл по сказкам Свена Нурквиста и много других мероприятий превратили наш дом книги в скандинавский замок. Почтенные гости праздника стала чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Тем временем Мозырь стал 2-м городом в области после Гомеля, который может похвастаться 2 цифровыми кинозалами в одном кинотеатре. Техническая новинка появилась в малом зале кинотеатра «Мир». Экран с серебряным вкраплением позволит смотреть фильмы в формате 3D. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В преддверии 2-х Европейских игр в Музее истории города Гомеля откроет персональную фотовыставку Евгения Змушко «Закулисье побед». Также этому спортивному форуму посвятили и новую экспозицию во дворце Румянцевых и Паскевичей. 13 июня там откроют выставку «Спорт – это жизнь». В этот же день состоится вечер фортепианной музыки в исполнении лауреата и дипломанта международных конкурсов Виталия Фомина. Место встречи – Дом культуры железнодорожников, начало 18:30. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Валерий Гапонько. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».